Если не на лапы, так на колеса, но своего Барри я поставлю, убежденно заявляет слепой человек Марс Гафуров, научивший своего полупарализованного пса шоколадного лабрадора приносить ему домашние тапочки. Но на одних передних лапах у ушедшего на долгий больничный лист пса-поводыря это пока получается не очень, хотя Барри и старается изо всех собачьих сил ответить заботой на заботу. Спасибо, молодец, спасибо. Дай, Женя, дай, дай. Молодец, дай мне. Молодец, дай, папе, дай, дай. Вот, помощник мой, помощник, да? Два месяца назад, во время прогулки по Березовскому, Марс нечаянно выпустил из рук поводок, и Барри, умный и очень спокойный пес, неожиданно помчался через дорогу и попал под машину. Незрячему человеку удалось буквально в долг пристроить покалеченного пса в ветклинику. Там Барри сделали сложнейшую операцию. Но задние лапы у лабрадора отнялись, и Марс с Барри были вынуждены на время поменяться местами и ролями. Слепой человек не отчаялся. Он после операции делал своему четвероногому другу массаж, лечил его таблетками, ставил уколы. И даже до туалета помогал верному псу доползти. Марс чувствует, что Барри испытывает совершенно не животный стыд за свою инвалидность. Так бывает. История о слепом человеке и полупарализованном шоколадном лабрадоре облетела всю страну. И отыскалось немало добрых людей, которые, не раздумывая, откликнулись на просьбу о помощи. Вика, молодая экономистка из Санкт-Петербурга, даже стала куратором пса, связалась с Марсом и создала в Инстаграм блог шоколадного лабрадора. Выкладывала в соцсети фотографии, видео из жизни Барри, который пытается встать на задние лапы. В одной из московских клиник Вика узнала о том, что можно заказать коляску для собаки-спинальника. Добрая москвичка прислала в подарок собачью коляску, но та Барри пришлась не по размеру. Новую, как уточняют наши коллеги из комсомолки, сделают на Украине. Сыскался и благотворитель, который готов оплатить этот самый заказ. Поначалу добрые люди пытались приладить к телу Барри постромки, чтобы слепой человек мог выгуливать собаку-поводыря, поддерживая его задние лапы на весу. Но затея эта оказалась не совсем удачной. Специалисты полагают, что на реабилитацию шоколадного лабрадора уйдет не меньше года. А ведь поначалу Марс на лечение Барри после операции тратил в неделю по 15-20 тысяч. К счастью, мир не без добрых людей.